Что находится перед вами? Перед вами раритет. Это символ города Магнитогорска. С другой стороны, тоже раритет. Потому что, ну, как бы и возраст тоже пришел весьма интересный. И самое забавное, что второй раритет может делиться с рекламными компаниями, рекламными агентами. Чем я буду делиться? Вы сможете, работая со мной, получать 30%. Причем дело в чем заключается? Вот этот раритет, он первый сделал в городе Магнитогорске рекламный ролик. Это дело было в 1995 году. Тогда не было ничего. Мало того, этот же раритет сделал программу «Автостоп». Мало того, этот же раритет сделал программу «Дом, милый дом». И все эти программы, они сделали больше удовольствия для жителей города Магнитогорска, потому что мы работаем для вас и показываем, как это делается. Естественно, после этого появились большое количество клонов на разных каналах. Но, как правило, все эти клоны, по большей части автомобильные, уже приплыли. Потому что автомобили должен делать тот, кто любит машины. Я их очень сильно люблю. Мало того, у программы «Дом, милый дом» такая же система конкуренции. Я, в принципе, все это дело взял от других источников. Но дело в чем заключается? Мы не можем делать только телевизионную рекламу. Я делаю и рекламные ролики, и в том числе аудио. Есть у меня хорошие специалисты, то бишь, это только ваша тема, как вы можете заработать весьма приличную сумму. В принципе, эта приличная сумма начинается от 1000 рублей. С 1000 рублей вы получаете 30%. Хотите больше? Всегда я готов с вами делиться. Я никогда никого не швыряю. Это самое интересное событие в моей жизни. Никого никогда не швырять.